Ну чё, значит, всем привет, с вами Зера по-прежнему. Играем мы в Smash Hit. И смотрите, вот такая вот канаебе сейчас будет. Вот просто посмотрите, ничего здесь я не буду обрезать. И мы вот сразу нажимаем продолжить. Как я так сделал? Так можно стать бессмертным в этой игре. И это, кстати, уже 5-й левел. Если честно, уже 5-й левел. Вот сразу выходим, убираем это все, заходим опять в Smash Hit и ждем загрузки, и мы опять сможем также продолжить. Вот все, продолжаем. 7 шариков, конечно. То есть сколько шариков, как говорится, было, только оно и останется. И вот моя лучшая как бы дистанция на этом левеле. 5-й, если честно, левел. Выходим. Вот прямо так удаляем из доков. Прям всю сразу делаем. Ждем. Все. Вот эти вот штуки, рамбы, они добавляют нам 5 шариков. Ну все, я не успел. И вот все с самого начала. Вот у нас будут исключительно рамбы с 5-го или где-то с 4-го по ходу левела у нас будут только рамбы. То есть нам будут добавляться по 5 шаров, а не по 3, как с 1 по 4. На 4 тоже будут треугольники, только потом станут ромбы уже. Кстати, чтобы изменить результат на, допустим, на 5, ну, то есть у вас осталось там один шарик, и вы продолжаете, это у меня просто как бы премиум еще версия. Уже премиум версия, как бы, да, вот. Если у вас, допустим, остался один шарик, и вы хотите, чтобы у вас их было побольше, то это достаточно легко изменить. Это просто... пройти заново 4-й левел. Да. И мы сможем так улучшить наше состояние шариков. Ну. А если, допустим, на 4-м мало, и мы хотим восполнить это в очень много, то лучше вообще с 1-го уровня все начать проходить. Я понимаю, может быть, кто-то из нас очень ленивые жопы. Я не исключение. Я стал не исключением. Мы просто не хотим, да? То лучше делать мой способ, который я вам показал. Вот, набрать как можно больше вот этих и начать старт. Ну, то есть мой способ это выйти из доков. То есть выйти из игры, удалить из доков. В общем-то и все. И вот они мне ни капельки не мешают.
поэтому я разбивать не могу. Тут мой способ поможет. Где у вас было наибольшее количество, да? Ну, где у вас еще шарики были? То оттуда вы и начнете. Вот это все не поленились сделать разрабы игры. Да. Почему-то я это каждый раз профукиваю. Это можно оставить на несколько, кстати, дней. Вот видите. Не буду я это смотреть. Ну, в общем-то, всем пока. До новых встреч и бай-бай.